9 и 10 июня нам нужно позаботиться о культуре протеста. Наши протесты должны быть мирными и позитивными, чтобы в них хотелось участвовать. Для этого активистам нужно подготовиться. Возьмите с собой национальную символику, флажки, синие шарики. Выучите гимн, чтобы петь вместе с активистами и полицией. Мы должны действовать сплоченно, помогать и поддерживать других активистов. Позитивный настрой и доброжелательность распространятся и на полицейских. Они поймут, что мы не враги, и примут сторону протеста. Покажите международным наблюдателям, что наши требования обоснованные и мирные. Снимайте происходящее на митинги и присылайте нам. Выходите в прямой эфир в соцсетях. Помните, что это мирный митинг. Категорически запрещается брать алкоголь, оружие или пиротехнику. Ничего, что может напугать окружающих или спровоцировать полицию. Никаких грубых шуток и кричалок. Мы собрались, чтобы власть уважала наши требования и права. Чем сплоченнее мы будем, тем быстрее достигнем цели. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.